Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас с центра Тбилиси. Нахожусь я на мосту Бараташвили. Снимаем утренний город. Фьюча куда-то убежал с камерой. Ну, а я воспользовался возможностью пообщаться с вами, показать картинку утреннего города. Снимаем еще просто кадры без комментариев, потому что, как отмечают наши зрители, они любят смотреть и эту картинку города. Называем это город, который дышит, то есть ощущение Тбилиси передаем при помощи естественного интершума. В телевидении это называется интершум, когда вот идет отдельной дорожкой то, что реально происходит в городе, да, вот звук машин, там шелест деревьев, пение птиц, но вот сейчас в основном слышно то, как едут машины, город просыпается, 8 часов утра, люди постепенно выходят из своих домов, отправляются кто на работу, кто на учебу, кто просто по делам, конечно же, ну вот, первый поток уже выехал, вот эти наши знаменитые фигурки на мосту Бараташвили. Сейчас еще пару кадров снимем, и потом уже можно будет ехать дальше. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения, удачи, естественно, мира и здоровья.